Я предлагаю вам посмотреть очередные отзывы тех людей, кто стал использовать наши изделия с микросферами и получил явные позитивные изменения со своим здоровьем. Наперед скажу, как это я говорил уже много раз во многих видео, что не у всех людей могут быть такие результаты от использования изделий с микросферами. У кого-то они будут не быстро, у кого-то и вообще может не быть явных внешних изменений. Но примерно у 50-60% людей есть более чем серьезные, ощутимые, а порой поразительные позитивные изменения со здоровьем. И не только у людей, но и у их домашних животных, которых не обманешь. И вот таких только видеоотзывов у нас накопилось уже несколько сотен, а писем тысячи. И сейчас вы увидите очередные из них. Увидите таких же людей, как и вы. Посмотрите, уверяю, это стоит увидеть. А кто захочет приобрести данные изделия, все просто, переходите по ссылке, которую я оставлю под этим видео, в раздел по изделиям из микросфер и приобретайте. Заодно посмотрите на нашем сайте и другие товары и продукты. Мы отправляем наши продукты, а ваши заказы, в любые города России, любые страны мира. Не переживайте о том, что если вы находитесь в другой стране, вы не сможете оплатить или получить. Сможете. Схемы известны, давно отработаны, налажены. Не забегайте вперед, просто оформляйте заказ, и с вами свяжется менеджер и все пояснит. А кто-то спросит, как же эти микросферы работают? Дорогие друзья, ответ этот. Я уже в нескольких видео про микросферы дал. Вы просто их посмотрите. Но, возможно, в конце этого видео мы тоже вставим отрывок, пояснение, как они работают. И последнее скажу вам наперед, так сказать, зачитаю оглавление, то есть о чем будут данные сюжеты, которые вы сможете уже через минуту посмотреть целиком. Первый сюжет. Маме данной женщины 83 года. У нее были очень больные колени, она еле вставала с дивана, теперь стала прыгать как молодая. И это слова дочери, не мои, я ничего не придумываю, я исключительно цитирую. Второй сюжет. Были проблемы со сном, были отеки на ноге, за полдня прошел отек. Третий сюжет. Была сильная мигрень, теперь болей нет. Стали сниться сны, которые женщина очень хорошо запоминает. Четвертое. Поразительная вещь. Был сильнейший перелом пальца. Человек раздробил кувалдой. Кости сшивали, микроспицы вставляли. За 2 недели полное заживление, врачи просто в шоке. Пятый сюжет. У котика прошла аллергия, расчесы, а врачи полгода ничего сделать не могли. Ну и шестой сюжет. У женщины был цистит, сводила ноги, несмотря на то, что она магния достаточно пила. И вот как у нее все это прошло, более того, естественно, повысилась работоспособность. Меня зовут Алина, я хочу рассказать о результате своей мамы. Ей 83 года. Последнее время она очень тяжело вставала, то есть у нее больные коленки. Когда-то был сильный перелом лодыжки. Висела нога на одном сухожилии, стопа. Вот, соответственно, плохо срослось. И пошли потом вот проблемы еще с коленками. Она еле вставала. Ей нужно было достаточно много времени, чтобы просто распрямиться. Я уже ей купила костыли помимо палочки. Уже хотела ходунки ей покупать. Сейчас мама прекрасно встает, просто вскакивает, как девушка. Купила, да, наколенники. Вот, потом, значит, ну, маска у нее есть, подушка у нас есть. Она лежит постоянно. Тапочки у нас у всей семьи есть. Вот, и мама встает, по квартире она с палочкой уже не ходит. Она просто вот как молодая. Она вскакивает и пошла. Так что пользуйтесь на здоровье. Здравствуйте, меня зовут Лазебная Людмила. Я живу в Крыму, в городе Феодосии. Дело в том, что у меня были проблемы со сном. Я приобрела подушку. Через буквально несколько дней сон мой стал налаживаться. Я очень довольна, то, что сделала такую покупку. Затем я приобрела повязку на глаза. Использую я ее ночью. Одеваю на глаза, а в течение дня одеваю на то место, где я ощущаю боль. Плечо, нога, шея. И сдвиги есть ощутимые. У меня случилась беда, я подвернула ногу, был сильный отек, и я самостоятельно не могла передвигаться. И надев повязку на больную ногу, буквально через часа 2-3 боль у меня прошла, а к вечеру спал отек. Я очень довольна теми продуктами вашей фирмы, которые я приобрела. И советую многим не отказываться и от такой хорошей продукции.
Это очень хорошая помощь нам в нашей жизни. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из города Москвы. Дело в том, что многие годы меня мучили головные боли, мигрени. А кто знает, кто испытывал хоть раз мигрень, это сильнейшие головные боли, которые полностью выключают тебя из жизни, не дают тебе работать и вообще заниматься любыми делами. Так вот, в последний раз в прошлом году, летом, мы вернулись из отпуска, это был июнь. Мы вернулись из отпуска, и через 2 дня у меня началась сильная головная боль. Мигрень обычно проходит у меня с тошнотой, с рвотой, и так продолжалось 3 дня. После этого я решила, что больше не хочу так жить, что с этим нужно что-то делать. Ранее я смотрела видео на YouTube о микросферах, об их чудесном действии, что они помогают при различных заболеваниях, и решила использовать это в борьбе с мигренью. Подушечку я приобрела и просто спала на ней. Помню только, что после первой ночи я испытывала гудение в голове. Голова не болела, но вот такое ощущение, что что-то происходит. Какие-то микроволны, какие-то передачи информации, я не знаю что. Но мне показалось, что сон был крепким. Мне снились сны. Обычно на утро я не могла вспомнить, какой сон мне снился, а тут я четко помнила свое сновидение. И мне до сих пор снятся сны, даже если я не сплю на подушке. И спустя 7 месяцев я могу сказать уверенно о том, что подушка мне помогла в борьбе с мигренью. Головных болей нет, сильных, по крайней мере, головных болей, мигрени нет с тех пор. Бывает, голова беспокоит, дает о себе знать, но это легкое недомогание от усталости, от стресса. Такое у всех бывает. Но при этом я сразу же использую подушку по назначению, и головная боль у меня проходит. Также у меня есть еще одно изделие. Это повязка для сна. Я ее использую как аптечку в поездках, либо когда я куда-то выхожу на длительное время, на случай, что если даже может болеть голова, либо какая-то другая острая боль, я могу использовать ее. И тогда боль, сильная боль проходит. Таблетки я стараюсь не пить, обезболивающие. Вот пользоваться только этими изделиями. Своим близким я также приобрела изделия из микросфер. И всем знакомым своим рекомендую приобрести эти изделия, потому что они реально помогают, особенно если вы долго ими пользуетесь. Вот вам еще небольшой, как бы, вашу копилочку отзыв. Это перелом моего сына. То есть он сросся у нас в течение даже меньше, чем 30 дней, там 26 дней. И со спицами туда вставляли спицы в палец. Вот, потому что он ударил кувалдой по руке. Ну, случайно, конечно, сорвалась эта кувалда по пальцу, ударила ему. То есть палец полностью раздробился, кость раздробилась, и перелом был открытый. Ему собирали спицами этот палец. И потом, то есть как бы он ходил в какое-то время в гипсе. Через 2 недели гипс сняли. Хирург был в восторге от заживления, процесса заживления. Естественно, никаких воспалительных процессов не было. Вот, и все зажило очень быстро. Он удивился, спросил, что это такое. Сын мой сказал, что это вот он постоянно в микросферах спит. То есть, как бы он сказал: слушай, ну классная вещь, конечно, я за то, что помогает. Так одобрил это, и у нас сейчас современные молодые врачи, они уже как бы на это внимание обращают. Так что вот вам еще один результат, вашу копилочку, пожалуйста. У меня есть кот Кузя, который в феврале этого года заболел аллергией. У него была страшная расчёса, и ни один врач не мог ему помочь. Мы давали таблетки, мы делали капельницы. В течение полугода это не приносило никакого результата. В июле месяце я заказала для себя микросферы. Пришла универсальная повязка. Как только я положила ее себе на колени, Кузя тут же запрыгнул и пролежал
на ней пару часов. Так продолжалось несколько дней подряд. И, к моему удивлению, вот эти вот все расчесы кровавые начали заживать. Без всяких лекарств, без капельниц, без каких-либо других средств все начало затягиваться. Сейчас уже прошло несколько месяцев, Кузя совсем поправился и выглядит как артист. Дорогие друзья, посмотрите сейчас еще один небольшой сюжет, тоже про котика. Кота был артрит, лапа он есть, и у него был приступ, очень сильно болели лапы, он даже не мог ходить, у него начались судороги. И вот хозяйка его позвала, сказала: ложись, Кузя, ложись на микросферы. И он сам еле-еле дошел и лег на них, и после вот 2 часов, он 2 часа вообще не вставал с этих микросфер, он встал и начал, ну, кушать, все, нормально функционировать. Она думала, говорит, что он уже вообще все, помрет. И прям вот отлежался только на микросферах. Они его спасли, можно сказать, ему жизнь продлили. И теперь он на них вообще всегда лежит. То есть он не отдает их ей. Своим поведением он показал все, что он хочет на них все время лежать. То есть он там, конечно, бегает, прыгает там везде по квартире, но тем не менее ложится, потом все равно приходит на них, и как бы это уже его микросферы. Так что вот такая история, которая спасла жизнь коту. Что еще я вам хочу сказать, посоветовать? Ведь у нас есть уникальный, не имеющий аналога в мире, а это именно так, без малейшего преувеличения, корма для кошек и собак. Целый раздел, посмотрите. Уникальность их в том, что они не прошли термообработку, а потому все питательные вещества, витамины и прочие сохранены в полном объеме, а минералы находятся в усвояемой хелатной форме. Полный состав, эти корма веганские, то есть этические, но по своему составу содержит все, что необходимо кошке и собаке для полноценной жизни, размножения, долгой, качественной жизни. Шансы, что с этими кормами у ваших животных будут какие-то болезни, равны практически нулю. И напротив, болезни 95% пройдут только от применения наших кормов, чему свидетельствует время и сотня людей. Ссылку на эти уникальные корма, лечебные корма для ежедневного использования я оставлю под этим видео также. Да, а если, не дай бог, у ваших животных домашних, кошек, собак, какие-то проблемы со здоровьем, болезни серьезные, то знаете, наука фунготерапия доказала, что грибные препараты лечат не только людей, но, естественно, и животных от многих болезней. Ссылку на эту, скажем, брошюру общую я вам оставлю, а индивидуальные консультации тоже возможны. И на нее будет ссылка. Так, переходим к следующему сюжету. Меня зовут Светлана Подкорытова, я проживаю в городе Санкт-Петербурге, мне 59 лет. У мужа болели колени, у меня тянуло икры. Мы пользовались этим поясом по очереди. Ну, у меня была самая главная проблема не ноги, а самая главная проблема — это голова у меня была. У меня энергетический зажим, и мне ставили эпилепсию когда-то, да, то есть на фоне этого зажима. Вот. Но эпилепсии как таковой нет, но тем не менее голова меня, в общем, достаточно серьезно беспокоит. То есть у меня депрессии часто. Я мне был, ну, было во всяком случае, мне было очень тяжело трудиться, что-то по дому делать. В конце лета я решила взять матрас. Я взяла матрас, одеяло и подушку. Ну, как-то получилось так, что, в общем, муж забрал себе подушку, на матрасе стал спать, а мне досталось одеяло. Вот. Ну и плюс ко всему досталась еще вот такая вот шапочка, которой я успешно пользуюсь. То есть на голову ее одеваешь, что-нибудь одеваю такое, полотенчик или платочек, и очень хорошо. И вот таким образом, сеансами и потихоньку увеличивая время сна на одеялках, и досталась нам вот такая масочка еще. Вот. То есть я приобрели такую масочку на глазки, сон, спать глазки. Вот очень-очень приятное, прямо вот чувствуется ощущение работы с глазками. Зрение, я не могу сказать, что оно прям стало 5 баллов, да, но ушла рябь. То есть вот такой, знаете, песок как будто, вот такое вот неприятное состояние в глазах, оно ушло.
По поводу, значит, ночных пробежек до туалета с 5 раз сейчас в данный момент где-то 2 раза. Это при условии, что я, в принципе, пью чай вечером. Ноги, у меня еще была проблема, у меня сводило ноги. При этом я пила калий, магний, но все равно сводила. Сейчас проблема есть, но она не такая острая. То есть такое есть состояние, как бы вот предсведения. Но с такого сведения уже дикого, как было, что я прямо вот ночью вынуждена была кричать даже, то есть, потому что иногда даже были такие вещи. То есть у мужа тоже проблемы, он стал лучше высыпаться, он стал более работоспособный. И, ну, и все, в общем-то, все у нас как-то нормализовывается. То есть я понимаю, что еще очень мало времени, потому что чем мы пользуемся там сентябрь, где-то с середины сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца, 4, да, то есть, и мы хотим продолжить дальше пользоваться, хотим взять еще один матрасик, хотим взять, вот, и хотим взять сапожки для ног, вот, и еще я хочу для рук, потому что руки наши все, а у меня были проблемы, ну, кстати, вот тоже еще проблема, у меня очень быстро ушел нейродермит. То есть, наверное, видно на нервной почве, то, что вот как бы появился сейчас, и очень быстро ушел. Обычно я долго, в общем, с ним мучаюсь. Вот. В общем, рекомендую к применению. Ну, а теперь послушайте, только лишь, конечно, часть малую того, но все же послушайте, какой из известных науки, скажем так, механизмов воздействия лежит в основе лечебных свойств вот этих микросфер. Напомню, что они применялись еще в 70-е и 80-е годы в ожоговых центрах для очень быстрой регенерации тканей после ожогов. Но тогда врачи увидели много и других уникальных, интересных, побочных, положительных явлений, многие из которых наука пока объяснить не может, есть только предположения, и они даны мною были в первом, втором и последующих видео про эти изделия из микросфер. Напоминаю, ссылки на все я оставлю. Не ленитесь, смотрите эти видео. Ну а теперь коротенький сюжет. Данные микросферы работают простым следующим образом. Тепло человеческого тела отражается от полых структур микросфер обратно в эти области ткани тела человека, куда приложены данные изделия из микросфер. Тем самым кожа и подкожные слои прогреваются, улучшается микроциркуляция крови, а значит обмен газами и веществами, улучшается работа лимфатической системы организма, то есть очищение организма, и так далее, и так далее. Но существует еще и волновая работа. То, о чем говорил Петр Петрович Горяев в свое время, это тот человек, который создал фактически на стыке наук новую науку — волновая генетика. То есть, вероятно, потому что эта наука еще пока точно не доказана, как это происходит, воздействие информационно-волновое от организма человека, то есть информация, которая в каждом человеке есть изначальная, по матрице, по образу и подобию, что называется, направленная на здоровье, вот эта информация каким-то образом воздействует на свой же организм, запуская процессы, соответственно, регенерации, обновления, излечения. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте natgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.